начал карьеру с 9 лет, сразу центрального нападающего. Начало Интерспорта Рома, потом Стял, Рапид, Телигу, Рапид, Тирасполь, сейчас Зимбр. На 2 года. А поначалу тяжело было, а потом уже как бы привык, и где подсказывали игроки, где. Хочу добиться Зимбру, какие-то призовые места. Вот сейчас в этом году играем в Еврокубках. Хочу как бы Зимбру подальше пройти пару туров.